лежит, очухивается. Сейчас звездочка, я его звездочку назвал, у него звездочка на лбу. Он с того обрыва, я его вот сюда волоком приволок, он стоять не может, выдохся весь. Вот тебе рыбалочка. Ладно, сейчас я его подниму и буду отвязывать. Такое чувство, что он не даст мне просто так его отвязать.